Это, однако, Любовь Николаевна. Случайно заглянул на улицу. Что-то она у почтового ящика замерла. Так, вдохнула. Умница. Телефон звонит кому-то. Звонит ли, звонит, я это даже не разбираюсь. Сегодня 1 апреля. Апрель, говорит, никому не верь. 2024 года, понедельник. Сколько времени копается. Да пришла бы в избу-то, да и все, в избе бы разобралась. Сейчас я увеличу, чтобы можно было даже увидеть, что она там делает. О! Так. Что-то там она здесь. Видишь, как распрямилась, а то все время согбенная. Хочет закрыть, а как Володя придет? Вот закроешь, идти надо будет, открывать. Она не дошла, не посмотрела, что его нету. Размышления. Ой-ой-ой. Как интересно все. Вот сколько время стоит? Это как же так? И у меня времени-то нету смотреть. На выдержку. Платье у нее тут или юбка такая длинная, хорошо. Это интересно. Стоит на одном месте. Ну что-то же есть. Господи, благослови. Думает она. Это куда же она в такое время-то? Это прямо-таки не знаешь даже. А время-то сколько? Время-то 3 часа 23 минуты дня. Вот она. Пошла. Как говорят, пошла душа в рай. Вот идти, не идти. Вот на распутье. Пойдет направо, подскользнется. Пойдет налево, не вернется. Ну, думаю, куда.
Вот это сказочное. Вот. Стоит, смотрит на машине. Да не наша машина-то, это никто-то тебе не даст ее. Да что-то у нее палка-то длинная какая. Да и такое впечатление, что будто не одна парка. Ой-ой-ой, Любовь Николаевна, дорогая сестра. А машины все провожают глазом, мысленно едет на них, наверное. Да, нету у нас рядом никого. Вот представь ее, у нее там в голове что-то шевелится. Под этим капюшоном. Эх, ветер-то как дует, раздувает у ней. Еще она туда смотрит, как ей оттуда что-то блазнит. Или что-то там помогут. Нет, она это мне не выдержит столько времени смотреть. Не идет. И палку-то, видимо, где-то клюшки-то не видать. И что она будет стоять так долго, это я никак бы не думал даже. Ну, иди под ветер, да домой. Четвертый сейчас, она думает, пойдет там, достанет людей, нет никого. Это что-нибудь связано с деньгами. Или с телефоном, или что. Тут какая нужда? Обязательно это с грошиками. Любовь Николаевна, поворачивай оглобли домой. Да и правда машина приехала. Так это выходит она что? Так эта машина какая? Надежда, Муха. Ну да. Что-то ей говорит. Приехала. Савинцева, девичья фамилия это, а это Фотиева, Архипова. Все, приехала сказать, что ехать не надо. Вот как, все, закрылось. Да слава тебе, Господи. Все, домой пошла. Вот она что. А она не ждала, что домой пойдет. Она эти может ее сейчас подвернуть. Во! Да две палки. Ничего себе. Вон та машина пошла, и она пошла с двумя палками. Вот тебе на. Да она и бьет, и идет нормально-то как. Вот что значит то поколение. Ну все тогда.